Здравствуйте, уважаемые любители, фанаты и профессионалы шашек. Недавно я прочитал книгу «21 критическая ошибка новичка в шахматах». Честно говоря, книга мне понравилась, но у меня возникли некоторые мысли, не совсем написанным я согласен. И, друзья, мне захотелось написать собственную книгу. Но так как, друзья, я человек ленивый, то есть обычно, как делается, пишется книга, затем уже по ней записывают аудиокнигу. Я сделаю наоборот, я запишу, так сказать, видеокнигу. То есть запишу несколько видео, всего получится у меня 26 видео, в которых я буду разбирать 25 ошибок новичка в шашках. Именно так я назову свою видеокнигу. Ставь лайк, если тебе понравилась подобная идея. И, друзья, я выделил три блока ошибок новичка в шахматах. Это общие ошибки, это теоретические ошибки и это ошибки психологические. К общим ошибкам можно выделить следующие пункты. Это занятия без тренера, занятия без системы, это бесплановая игра, это не читать книги, не играть в интернете, чрезмерная игра в блиц, игра только со слабыми, не заниматься физкультурой, нерегулярные занятия. И последнее, не участвовать в турнирах. Вот эти ошибки можно отнести к общим. К теоретическим ошибкам я выделил бы следующие ошибки новичка в шашках. Не разбирать партии, недостаточное изучение дебютов, недостаточное изучение идей миттельшпиля или середины игры, недостаточное изучение идей эндшпиля или окончания партии, не решать комбинации и неумение окружать, тоже важный пункт. К психологическим ошибкам я выделил бы следующие пункты. Сдаваться раньше времени, чрезмерная надежда на теорию, поспешные решения, цейтноты или нехватка времени, недооценка соперника и неуважение соперника, сушка игры и стремление сделать ничью. Переоценка позиции и стремление всегда выигрывать. Отсутствие мотивации. Ну и последний пункт в психологических ошибках – это придание чрезмерного значения шашкам. Сперва, друзья, я хотел назвать книгу «25 ошибок новичка в русских шашках», но затем подумал, что в принципе, вот эти ошибки, они свойственны для всех видов шашек, то есть и для русских шашек, и для бразильских, и для стоклеточных или международных шашек. Поэтому я назову свою видеокнигу «25 ошибок новичка в шашках». И сегодня уже, друзья, выйдет первое видео «Занятие без тренера». Всего будет 26 видео. Вот это видео – это предисловие, так сказать, и будет 25 ошибок подробно разбираться в видео. Видео будут, ну, могут быть небольшие видео, но постараюсь до 10 минут записывать видео, довольно-таки, чтобы короткие были. Еще раз прошу поставить лайк, если вам понравилась подобная идея. Думаю, что до меня подобного еще не было в природе, так сказать. Ну и спасибо, конечно, Максиму Амариеву или Амариеву, не знаю, как правильно фамилия произносится, за то, что он написал 21 критическая ошибка новичка в шахматах. Ну, честно говоря, моя видеокнига будет, конечно, плагиатом на вот эту книгу, но я, друзья, так сказать, критически осмыслил вот эту книгу шахматную и добавил свое, что-то ненужное, что мне показалось, я убрал. Так как шашки, конечно, несмотря на то, что и шашки, и шахматы интеллектуальная игра, они довольно-таки отличаются друг от друга, и есть свои особенности, есть своя специфика, что я и выделю в своей видеокниге. Друзья, не прощаюсь, сегодня еще увидимся.